对俄罗斯联邦进行国事访问。时隔三年，再次来到俄罗斯，我感到十分亲切。在此，仅对总统先生和俄罗斯朋友的热情友好接待，致以衷心的感谢。Уважаемый президент Путин, дамы и господа, дорогие друзья, очень приятно по приглашению президента Путина нанести государственный визит в Российскую Федерацию. Прибыть в Россию через 3 года – это доставляет мне огромные радости. В этой связи я хочу вам, президент, и дорогие российские друзья, выразить сердечную признательность за радушный прием. 10 年前, 我首次以中国国家主席的身份访问俄罗斯，同普京总统一道，开启两国关系全面发展新篇章。10 лет назад, впервые я в качестве председателя КНР совершил государственный визит в Россию, и вместе с президентом Путиным мы открыли новую страницу в развитии китайско-российских отношений. 10年来, 双方始终秉持平等、信任、相互支持、共同繁荣、世代友好的精神，深化政治互信，扩大互利合作，密切在国际事务中的沟通和协调，赋予两国关系新的时代内涵。За эти годы вместе в духе равноправия, доверия, взаимоподдержки, общего процветания, дружба из поколения в поколение, мы вместе прилагаем максимум усилий к усилению нашего политического доверия, расширению сотрудничества, усилению международного сотрудничества и координации. Вместе мы наполнили новое содержание нашего отношения в соответствии с зовом новой эпохи. 面对世界之变、时代之变、历史之变，中俄双方保持战略定力，从容应对百年变局，推动两国关系展现出更加成熟、稳定、坚韧的特质，树立了当代新型大国关系典范。Перед лицом изменений мира, времени и истории, Китай и Россия сумели сохранить стратегическую выдержку. Вместе мы уверенно, спокойно ответили на вызовы времени. Наши отношения стали более крепкими, зрелыми, устойчивыми. Вместе мы показали пример, образцовый пример отношений между великими державами. 这次访问期间，我同普京总统举行了真诚友好的会谈，达成重要共识。刚才我们共同签署联合声明，决定深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系，为两国关系未来发展做出新规划。В ходе настоящего визита мы провели искренние и дружественные переговоры с президентом Путиным, достигли важной договоренности. Только что мы подписали совместное заявление, принято решение о дальнейшем углублении китайско-российских отношений, всеобъемлющего стратегического партнерства и взаимодействия. Намечены новые планы на развитие наших отношений на будущее перспективы. 我相信，在双方共同努力下，中俄关系这棵参天大树一定会更加枝繁叶茂，为两国人民带来更多福祉，为世界发展进步做出更大贡献。Я убежден, при наших совместных усилиях все крепнут и крепнут китайско-российские отношения,
которые принесут все больше блага нашим народам и все больше вклад для процветания и прогресса человечества. Предлагаю тост за дальнейшее развитие китайско-российских отношений, стратегическое партнерство и взаимодействие в новую эпоху. 为中俄两国繁荣昌盛，国泰民安。 За процветание, развитие и счастье наших народов. 为中俄两国人民世代友好。 За дружбу между нашими народами из поколения в поколение. 为普京总统和在座的各位朋友的健康。 За здоровье президента Путина и всех присутствующих. 干杯。Выпьем до дна.